Красный Металлург, потерпевший в прошлом туре первое в сезоне поражение, весь матч против Кубани провел в непрерывных атаках и на 13-й минуте повел в счете. Не приглянувшийся в межсезонье Калининградской Балтики форвард Елисеев не затерялся и в первой лиге. 1-0. В дальнейшем «Металлург» не раз мог наказать краснодарцев за ошибки. Выход Елисеева и Косторного на ворота Кубани в конце первого тайма обозначил явную беспомощность хозяев обороны. После перерыва «Металлург» продолжал диктовать на поле свои условия, но минимальный перевес в счете сохранился до 81-й минуты, пока в очередной раз грубо не ошиблись кубанские защитники, оставившие в одиночестве перед воротами Кулика. 2-0. В оставшееся время гости не успокоились, пустив в ход свежие силы. Удар Житкова с пенальти и взорванной сетки на воротах оценили немногие. 3-0. «Металлург» побеждает.